поздно. Три шикарных характера на сцене. Ева, я боюсь, вам будет сегодня трудно сделать выбор. Да. Али? Что я хочу сказать? Это было очень интересно. Это было все в стиле, в образе. Молодцы, все ноты спели, все достали, все тянули. Прямо это было прекрасно, знаешь. А вот по поводу того, что наш маленький капитан нечаянно забыл слова, абсолютно об этом не парься. Не беспокойся. Ты просто лишний раз доказал, что это не фонограмма, что все здесь по-настоящему. Спасибо. Спасибо, Али. Жанна, ваше слово. Вот я не могу никого выделить, кто пел лучше или хуже. Все пели прекрасно, все трое пели хорошо. Александра, эмоции были такие, да, вот прям все по-взрослому у тебя, то есть ты постаралась сыграть эмоционально, постаралась характер свой показать. Владислав, ну прям настоящий полковник, капитан, 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 улыбнитесь, вы прямо настоящий прям капитан, за которым хочется идти. Мне кажется, девочки рядом с тобой себя чувствовали куколками, такими защищенными, рядом с таким мужчиной, как ты, Владислав. Конечно. Спасибо большое. А Ангелина меня вообще просто убила тем, что она вот такая манюсенькая, малопотусенькая, прочувствовала эту песню. Благодаря музыканту. Ой, ты моя золотая. Все благодаря музыканту. Интересно, какое решение примет наставник. Если я не пройду, я как без этих ушей останусь, я не знаю. Не хочется вообще ни с кем расставаться, и с вами, и с ними, и с залом, и с музыкантами, и с ведущим. Со всеми не хочется расставаться.
Ева, удачи. Давай, Евочка. Я очень вас люблю. Мне очень сложно будет сейчас разлучить ваше трио. И очень грустно будет расстаться с каждым из вас. Но я вас очень попрошу не рыдать крокодильными слезами. Я не заплачу, если я проиграю. Мой сладкий. Жизнь продолжается. Так, хватит. Ева, выбирай уже все. Я очень вас люблю. А мы вас больше. Я должна принять решение. Через полчаса. У нас нет столько времени. Я прошу тишину в зале и жду ваше решение. Саша, Влад и Ангелина. Я хочу, чтобы вы шли дальше вместе со мной, но сегодня я должна сделать выбор в пользу одного из вас. И это будет Влад. Спасибо всем огромное, музыкантам огромное спасибо. А ты говорил, что мы выиграем. Ох, хитрые. Я говорил, что вы выиграете. Вася. Молодец. Молодец. Псики мои.